Бойцы крылатой пехоты в минувшее воскресенье праздновали 85-ю годовщину образования ВДВ. Этот день для Иваново особенный, ведь в нашем городе дислоцируется 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. Десантники активно участвуют во всех наших делах, в патриотическом воспитании молодежи. Мы по праву считаем эту дивизию нашей. Мы сегодня обратились с просьбой одному из полков дивизии присвоить название «Ивановский». И я думаю, что это будет справедливо. Площадкой празднования юбилея ВДВ в областном центре стал сквер десантников. Здесь собрались десятки голубых беретов. Многие на праздник пришли с детьми. Этот день для десантников – повод встретиться с товарищами по службе и вспомнить армейские будни. Служба, уверены десантники, меняет людей, причем в лучшую сторону. Мужество, характер. Самостоятельным становишься очень сильно, ну, после, так сказать, ВДВ, потому что ходишь молодым, маменькин сынком, так сказать, а приходишь уже взрослым мужчиной, понимаешь все, оцениваешь все ситуации. Ну и, конечно, нельзя не сказать о десантном братстве. Товарищи по службе, прошедшие плечом к плечу все трудности, первые прыжки, изнурительные тренировки, стрельбы и после демобилизации остаются истинными друзьями, даже если их разделяют километры. Вот мы сейчас с товарищами более 35 лет не встречались, сейчас встретились, такие большие эмоции. Мы вспоминаем сейчас нашу прошедшую службу, и, знаете, столько эмоций, это вообще это как бы очень здорово. Спустя десятки лет бойцы элиты вооруженных сил в душе остаются мальчишками. Ведь нет бывших десантников, как нет и срока давности у этого гордого звания. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Большой боевой путь.